Да, чуть-чуть порастягивай, не бойся, нормально. Захоти это слово, нежное. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так не надо. Снимать. Какое? Чтоб ты знал, вот это заставка сзади. Привет, Мираб. Про новую плойку. У нас отличная новая плойка фирмы Babyliss. Вот так вот она выглядит в коробке. Заметьте, коробка это не большая. Плойка щипцы, как я понял. Да, здесь не плойка щипцы, здесь просто идет большой стержень. Да. Для сейчас чего мы. Она нужна нам для причесок в разном варианте, но в основном в афрокудрях. Я понял. А какой диаметр на сегодняшний день, который мы тестировали? Сама длина, самая вот такая вот часть полотна, 19. Рабочая. Да, рабочая часть 19. Увеличили ее на 60%. Да. Расскажи, пожалуйста, какие диапазоны температур у нее есть, от и до? Значит, раньше в предыдущих плойках были маленькие диапазоны, сейчас там идет сразу же большой диапазон 160, можно сделать 210. Угу. Здесь есть кнопочка, которая фиксирует мастером. Больше-меньше. Ну, мы сейчас больше-меньше, да, распакуем, я все это покажу. Да, давай мы его распакуем. Давай. Так, расскажи, пожалуйста, ты его достал, а что у нас в комплектации входит? В комплектации она входит сама плойка. Заметь, какой размер, да, диаметр? Да. Очень классно большой. Для чего она нужна? Расскажи, кто не знает длинные. Для чего нужен длинный слой, именно, что так сказать, рабочая поверхность? Рабочая поверхность у нас без щипцов, это просто прямой гвоздь, который нагревается, дает хорошую температуру, но при этом идет в комплектации еще очень хорошая перчатка. Кончик не нагревается, тоже можно хорошо зафиксировать и перчатку. Да, я понял. В комплекте что еще идет? Инструкция. Вот она. Да. Перчатка. Угу. Перчатка самый интересный вот вариант. Я уже распечатывал, показывал. Да, это второй вариант. Можно посмотреть, да, она не очень большая, как бы маленькая, также она хорошо подходит и на большие руки, если рука большая. Она эластичная. Да, то есть хорошо держит волосы, прядь и, в принципе, очень не нагревается. То есть, если мастер берет ее, даже вот таким вот способом может наматывать и держать хорошо. Я понял, хорошо. Коврик, тебе понравился коврик? Да, значит, у нас в комплектации также идет коврик. Хочу заметить, коврик новый. Если раньше были коврики цветные, с одной стороны один цвет, с другой стороны другой, то здесь, в принципе, идет как чехол. Здесь уже придумали новый карман, то есть плойка ложится в карман. Для транспортировки, да? Да. И можно положить еще таким вот образом шнур. То есть мастер закрыл, завернул, связал. Вот два шнура. Перевязочный вариант. И хорошо транспортирует. Очень красиво, очень удобно. Раньше Babyliss сделали просто коврики без чехла, такого прячущего. То есть мастер ложил, вот так вот заворачивал, и все, что выпадало. Шнур, сколько у нас длина идет? Длина шнура у нас идет 3 метра. Это достаточно большой вариант, потому что раньше были 2,50, 2,80, сейчас 3. Поставить на 360, да, градусов? Да, да. И про дисплей еще расскажи, пожалуйста. Хвостовик на 360, очень удобно, хорошо, когда вы взяли в руку, да, можно да. Показывать, что вот этот вот момент. На 360 градусов. От корней осталась длина, оп-оп-оп-оп, докрутил и получил вариант фиксации. Про дисплей расскажи, что там показывают. Дисплей, включение, плюс-минус настройка и фиксат. А что у нас по покрытию? Покрытие у нас, кстати, это новинка фирмы Babyliss, это частичный вариант кератина. Здесь уже насыщенный момент полотна самого покрытия. То есть очень хорошо дает вариант наматывания, удерживания и вот таким вот рабочим моментом прядь хорошо спадает. Заметим, что нет здесь лапки. Раньше мы были подстукивали и прядь можно было хорошо снять. В этом моменте этого нет. Плойка самостоятельно снимает прядь. Я понял. Хорошо. То есть у нас в комплекте перечислили три варианта. У нас это плойка, коврик и перчатки, да? Да, да. Вот такая вот перчатка прекраснейшая, очень удобная. Сама плойка и коврик. Хорошо.
хорошо. Вроде все перечислили, никаких вариантов лучше не будет. Да, очень рекомендую в работе, особенно мастерам, которые афронакрутка, афроплетение можно использовать, также в конце накручивать конечные варианты. И для детского варианта. 160 настроили, и для детей можно хорошо накручивать. Максимально это 210, да? 210 отлично держит, очень хорошо греет. Я понял. Хорошо. Все, спасибо. О, вот это кадр был. Еще раз. Еще. Хорошо. Все, можешь идти к Максу. Можешь идти к Максу. Блоки бывают разного диаметра, 10, 16, 19, 25 и 32. Если вы хотите приобрести эти блоки, ссылка будет под видео. Переходите и можете посмотреть. А также, если какие-то вопросы будут, задавайте, я с удовольствием отвечу. Так что всем хорошего дня, до свидания и не забудьте поставить палец вверх.